Всем привет, друзья! С вами снова Дайни. И мы продолжаем историю маленькой девочки Клементины в игре Walking Dead сезон 2. Эпизод 1. В прошлой серии мы разделились с Кристой, я не знаю, куда она побежала, но мы выбежали. Точнее, не выбежали. Клементина выплыла к какому-то лагерю. Нашла собаку сначала, она привела этот лагерь. И теперь у меня цель найти ей покушать и найти что-нибудь теплое, а потом найти Кристу. Я думаю, стоит осмотреться в этом лагере. Хотя сначала поболтаем с новым другом. Сэм? Сэм немногословен. Странно, что собака не может найти еды. Значит, это мальчик. Ну, логично, если Сэм. Что, уже подружились? Это хорошо. Теперь у тебя появился новый друг. С собакой больше ничего нельзя сделать. Ладно, Клементина, давай смотрим лагерь. Что тут у нас? Явно ничего свежего. Думаешь, стоит? Ну, давай. Well, here we go. Поехали. Ну, вряд ли там что-то есть. О, мой бог, спасибо. В смысле? Не открытая банка? Look, Sam, a can. Класс. Now I just need something to open it with. Зубами Сэма. Так, а что у меня? Ух ты, у меня появился инвентарь. Если нажимаю на кнопки, на стрелки, вернее, на джойстике, высвечиваются бобы. Пока не знаю, можно ли что-то менять будет. Посмотрим, разберемся. Управление немножко поменяли, поэтому я пока не знаю. Looks like it's been here for a while. Похож на УАЗик. Малость. Скорее всего, это типа жук. О, да тут семья была. Looks like they were a happy family once. Интересно, кто-нибудь из них еще жив? Так, спальник, палатка. Подойди сюда, к костру. Может быть, тут что-то есть? Там уже трава проросла. No food here either. Судя по всему, их давно здесь не было. Раз на кострище уже трава растет. Что такое? What's the matter, Sam? Кто там? Плохой? Shh, we have to be quiet. Блин, Сэм. Ясно. А вот и открывашка. It's okay. He's dead. Он уже связан. Look, you can see the bite. Looks like he tried to cut it out. Жесть. Хотел вырезать укус. Интересно, это этот мужчина из лагеря? It's okay. We're smart. He's not. We're smarter than all of them. Ну, у собаки может быть интеллект этого зомби. Хотя, мне кажется, он даже умнее, чем этот ходячий. А уйти и осмотреться мы пока не можем, да? Возьми палку. Ты здорово ими управляешься. Stand back, okay? Мне интересно, вот эта вся инфекция влияет на животных? Ладно, лови, похари. Жесткач. Клементина стала пожестче, чем раньше была. Еще добавки просят. Давай, Клем. Лупани еще разок. Да он по-любому еще жив. Это живучий, а какой гад. Давай, Клементина, посильней. Как Ли учил. Мало. Еще разок. Мало ли схватит. Все. Что, еду увидел? We just have to stay out of their reach. Умная собачка, с виду. Осмотреть? Ну, посмотри. Poor guy. Да, ты права. Либо он сам себя привязал. Think he had himself Хотя навряд up, ли. Or did someone force him to do this? Был бы узел рядом с ним.
Хотя кто знает, может он обошел это дерево. Карман. А что в кармане может быть? Давай посмотрим. If they were alive, they'd probably want to help you. Nothing. Ничего. Нож? That looks like it hurt. I bet we could open the can with that, though. Не менее больно, чем лупить по башке ему. Нож будет. Нужно хорошенько помыть. Да ты шутишь. Still pretty sharp. Просто вытерла. Тебе okay. пофигу? Well... Now we're getting somewhere. Я бы не стал. Но смотри сначала в лагере, может тут одежда есть. Куда ж ты торопишься, Клементина? Хотя я тебя понимаю. Я тоже не кушал перед серией. Please don't be bad. Тут еще можно выбрать, куда лупить. Давай сюда. Теперь сюда. Ты молодец. Там бобы. Похоже, да. Thank God. Нормальные. Прям руками. Пофигу вообще, да? Песику оставь. Покормить, конечно. I guess you're pretty hungry too. Ты маленькая, коробка целая, большая. Ты все не съешь за раз. Hey, ты псина, а? Твою мать! Охереть, блин! Ты чё, тварь? Давай. Херач эту тварь. Я тебе по-доброму хотел дать немножко консервов, а ты... Тварина, блин. Нож надо взять и зарезать эту псину. Тварь. Охренеть, блин. Никому нельзя верить в этом мире. Че ты скулишь там, паскуда? Не мудрено. Да убей ее. Пусть не мучается. Псина, блин, бешеная. I'm sorry, Sam. Тебе жаль, Сэма? Он тебе руку кусил. Нехило так. Капец, блин, что за игра? Еще жестче, чем первая часть. Капец. Тебе, блин, здорово укусил. Тебе надо забинтовать срочно ее. Промыть и забинтовать. Капец. Ну ты собака, а? Я думал, он домашний нормальный, блин. Конченый пес. Мне тебя даже не жалко. Блин, Клементин. Тебе стоило до конца смотреться в этом лагере. Да. Бедная девочка. Что ты будешь делать? В темноте уже. Совсем одна. Еще и с раной на руке. Блин. Если эта собака напрыгнула, когда я покормил ее, то что было бы, если бы я не дал? Ну, не плачь. Всего лишь нужно найти помощь. Либо тебя защитил. Ты только не отрубайся, ладно? Блин. Решила сделать с точностью наоборот. Твою мать. Клема, придется вставать. Причем очень срочно.
Я понимаю, ты слабая сейчас, но... Давай. Я тебе помогу. Пойдем. Бегите. Да она не может бежать. Клементина, давай пошустрее, пожалуйста. Он уже близко. Твою мать. Откуда у тебя столько сил, а? Воу. Вы кто, ребята? Надеюсь, хорошие. Судя по тому, что вы... Просто меня спасли. Возможно, вы даже хорошие. Хотя после собаки я вообще никому не хочу доверять. Крем, походу ты в безопасности на какое-то время. Надеюсь, они не маньяки-насильники. И не эти, каннибалы. Может, торговцы детьми? Кто вы, ребята? Пока мы в лесу, мы не в безопасности. Что, у Клементины появились новые защитники? Не знаю. Думаю, да. Сейчас укус увидят, запаникуют. Лишь бы не убили. Сейчас начнут выведывать. Я заблудилась. Кстати, удобно сделали во время чтения. Во время чтения ответов идут субтитры их разговора. Раньше этого не было. Сейчас удобно. Можно читать. Пит, Люк. For now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us, and you look like you could use some. Oh shit! Увидел. What is it? She's been bit, man. Fuck. What тихо, are we тихо, gonna do ребят. Here? Сейчас все объясним. No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. I can't remember the last time I saw a dog. Клянусь. So what do we do now? It was. I swear. Swearing doesn't make sense. Если тут. No. I'm telling you. Клятва до сих пор работает. Просто осмотрите руку. Посмотрите на девочку, она пока нормальная. Пит. All right. Let's see it. Whoa. Hey, watch yourself. А его не запомнил пока. You're the one that's bit here, okay? Там не приросло еще. Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. Я честно не различаю укуса собак и. The one that did this. What does that matter, Pete? Seriously. I want to know how believable her story is. I killed it. What? Really? A dog shows up. Конечно, блин, она же меня укусила. What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't kill dogs. Ты что, придурок, что ли? Она покусала меня. Clementine? Я уже говорю о Клементине как о себе. Yes. You telling us the truth? Пит. You look me in the eyes when you answer. Да. Yes. Интересно сделали диалог. All right, Clementine. Пока выбираешь варианты ответа, что-то происходит. Или как раньше, просто тишина. Молодец. Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Я рад, что вы решили помочь. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Взрослый. Sorry, sir. Парень все-таки поумнее будет. Блин, как его зовут? Я забыл. Вот этого, который...
который волосатый. Ну, по сравнению с тем, он, по крайней мере, волосатый. А Пит теперь мой кореш. Клементайн, are you feeling all right? Не особо, ребят. Может, поможете? You better be fine, because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Козлина. Она сейчас вырубится. Ну что? Похоже, группа не очень довольна. She already told us she was with a friend and then got lost. She was bit by a dog. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery. Избавь от страданий. Dog bite my ass. Я ни на кого не работаю. I'm not... Твою мать! Ты чё, больной, что ли? Every lurker for 5 miles probably heard that. Ты баран. Everybody just calm down for a second. Clementine, нифига, сколько okay? у вас ребята. I'm not working for anyone. Oh, I don't know what you're talking about. I just need help. We got a doctor right here, okay? He'll have. Похоже на тот случай, когда Бен. Okay, she's just scared. Вернулся с нами в лагерь. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this. Только со стороны Бена. She survived out here on her own. Why are we even arguing about this? О, тоже беременна, нифига себе. Давай, док. Это же док. Осмотри меня нормально. Ладно, докажи им, что я нормальный. Нормальная. Не знаю, как правильно говорить. От лица девочки или от лица себя? Ладно, как будет, так будет. Жесть. Конечно, больно, блин. Нифига там рваная рана. Жестко она вцепилась. Сколько вы? This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. Да вы что, охренели, что ли? I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. Нет. Лучше отпустите меня. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. Так, похоже, no one's going to volunteer to do that. Девушка на стороне. If it means saving her life. Then what? How would we know it worked? Just let Carlos have a look. Да, давай вот с ним поговорим. Сделать грустные глазки. Ты прав. You're right. You want to be sure about this before you do something you might regret. I'm on your side, kid. No need for a guilt trip. Он на моей стороне, скорее всего. Кто там? Who's she? Sarah. What I say? Stay inside. Девочка? Еще одна девочка. Блин, помогите мне, и я уйду. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding, and then I'll go. You'll never see me again, I promise. Будем действовать разумно. По-моему, здесь намного больше развития событий, чем в первой игре. Я могу о себе позаботиться. I can take care of myself. Но раз вы мне не доверяете, ребята... Look, I may be in the minority here, but my gut tells me she's telling the truth. It probably is just a dog bite. Probably. Ну блин, было бы сразу видно, если бы это не собачий укус. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Скрытие. Could be anything. Only one way to find out. How? Чтобы подождать? What? Молодцы. By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. Вы хоть первую помощь окажите? We can lock her in the shed. Да, ребят. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by with it. Спасибо, Алвин. Yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth. Да хренель, блин, до завтрашнего утра. But. Хреново ей стать может. Вдруг инфекция какая-нибудь. Вдруг эта собака бешеная вообще. It's the best we're gonna get. Блин, у меня походу не остается выбора. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. Да ты козлина, вообще обращаться с оружием не умеешь. Come on. А, все-таки ты сын. Или нет? Ну, хрен знает. Ладно, разберемся походу. Хм.
Это была собака. Моя рука очень болит. Пусть поможет. I don't know what to tell you except hold out the best you can. We'll see what we can do in the morning. Вариантов у меня реально нету. Если я уйду в лес, maybe you could get me some supplies. Будет все хреново. I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Пит вроде на моей стороне, и этот парень вроде на моей стороне, а тут придурок. Не умеет обращаться с оружием. Сарай-то хоть побольше бы дали. Подушку какую-нибудь. Укрыться чем. Телек. Похавать хоть принесите. Козлы. Это молоток. Засек. Ладно, Клементина, потерпи. До утра. Надеюсь, все будет хорошо. Но здесь много чего есть. Смотри, тут круг есть. Молоток мне пригодится в любом случае. Давай с него начнем. Дотянешься? Ну, малыха, ты даже не допрыгнешь. Не буду тебя заставлять. Столик. Со столиком погоди. Вон ящик с инструментами, можно пододвинуть. Если там ничего нету, то можно пододвинуть. Not much left in here. I guess if I have to, I can use this for stitches. Ты решила сама это сделать? О, так, доска. Ты решила не ждать, я понял тебя. Что это? Ну, тиски? Просто тиски и все? Ты даже не прокомментируешь? Блин, тут было много инструментов. Ну, честно, я бы остался до утра на ее месте. Вроде не все такие плохие, как тут придурок с ружьем. Они хотя бы мне смогут помочь. Может быть, даже накормят. А идти под дождь. Мне что, только это остается, что ли? Не оставляет вообще комментариев. Да, ты унаследовала это от Ли. Что ты? Вообще ничего не хочешь? Капец. У тебя ножик остался, это хорошо. Что со столиком? Забраться хочешь? Ага, все-таки молоток мы достанем. Пригодится ли он в будущем? Твою мать. Ну ладно, надеюсь, они не слышали. Зачем ты опираешься на укушенную руку? Ох, что еще можно здесь сделать? Поднять полку, под ней молоток забрать и свалить, я так полагаю. Меня к этому ведут. Его можно использовать как гвоздодер. Скорее всего, тут гвозди. Ну да. Справишься? Они вроде не добиты до конца. Филик. Так, а зачем ты вылазишь, Клементина? Это же опасно. Тут псих тебя может подстрелить. Ладно. Давай будем играть по твоим правилам. Довольно? Сможешь выбраться? Это вой? Ты сейчас подумаешь, что ты ходячая. Смотреть? Капец. Нельзя, блин. Ты хочешь пробраться в дом? Полных живых людей? Что-то наверху ветки? Да, ветки. А он не здесь? Блин, боюсь выбегать, честно. Ты хочешь туда пробраться? Достать все и вернуться? Ты ненормальная девочка. Клементина, даже Ли такой хренью не страдал. Хотя не, он сквозь толпу зомби пробивался. Вы придурок.
Давай смотрим. Здесь горит свет, по-любому кто-то есть. Да он везде горит, капец. Снизу никак не забраться. Мне кажется, где-то подвал должен быть. Подвальное помещение. Вот, отлично. Давай залезем под дом. Ага, вот и молоток пригодится. Второй раз. Сможешь? Блин, надеюсь, эти придурки не услышат. Твой план какой? Забраться туда и свалить? Вернее, забрать все и свалить. Так. Блин, ходячие. Надеюсь, они не заползут сюда. Залезть, но не забудь фанерку за собой задвинуть. Лишним не будет. Может быть, тут что-то будет? Так, аккуратно. Кто-то топает сверху. Блин, по-любому они не одобрят это. Люк. Теперь минут ждем? Или сразу вваливаемся? Давай попробую просто открыть. Нет. Не знаю. Молоток. Ножик. Что с ножиком можно сделать? Подковырнуть. Давай аккуратно. Капец. Сломал ножик. Уже так нужен был. Блин, только осторожней, Клементина. Well, Luke has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. She doesn't need to be a part of this. Собрание проводит. Неплохой у них домик. Что только туда? Попробуем. О, сколько свечек у них. Где собрание я прослушал? Наверху или внизу? По-моему, наверху. Аккуратно. Давай послушай кухню. По-моему, они там. Все, назад. Они меня обсуждают. Ладно, сюда нам не надо. Похоже на игру, как достать соседа. Так, там выход, да? Где же медикаменты могут быть? Так, туда-то. Давай посмотрим там. Если что, тут можно зашариться немножко. Что там? Есть кто? Блин, я сам стал тише разговаривать, чтобы не привлекать внимание их. Что за постер? Так. Дак? Утка. Я тоже посмеялся над его именем. Стол. Что здесь может быть? Имена. Что за имена? Так. Похоже, ничего не остается, кроме как искать другое место. Давай, Клементин. Аккуратно пойдем. Может быть, наверх можно проскочить. Блин. Эй! Что за лаги? Он не хочет проходить. О! Близко к дивану не засчитывался проход. В карты играете. Так. Аккуратно. Смотри, ни на кого там не нарвись. Там кто-то остался один. Блин, тише. Так, где она, интересно, в какой комнате? В этой? В этой или в этой? Дверь в спальню. Дверь в ванную. Дверь в спальню. Две спальни и одна ванная. Давай в ванную. Почему-то мне кажется, что... Медикаменты прячут в ванной.
Никого. Отлично. Давай прям быстро осмотримся. О, аптечка. Так, иголка есть. Отлично. Нужно будет зашить рану. It's clean. Хорошо. I'll still need some bandages and something to keep it from getting infected. Может быть, оно все здесь? Как у вас чисто, ребята? Прошло уже столько времени, а вы... Не знаю, грязь даже ничего не заросло. They have to have medical supplies around here somewhere. Я с тобой полностью солидарен. Кто там есть, кто-то? Так, в душ. Нет, сюда, в шкаф. Блин, он прозрачный. Это беременка. Чё с тобой? Блин, Клементин, тебе бы не шевелиться, не привлекать внимание. У вас вода есть? И пусть он будет от него. Ты, смотрю, времени зря не теряешь. С тем, с другим. Ну что, теперь мы можем идти? Здесь не хочешь открывать ничего, да? Куда она пошла, интересно? Давай смотрим эту спальню. Надеюсь, не сюда. Твою мать. You're not supposed to be in here. Блин, не говори никому. I can be anywhere I want. Go away and don't tell anyone or else. Ты угрожаешь? I... Yeah, okay. I'm sorry. Эй, Клементина. I'm sorry. I just thought maybe we could be friends. Please don't tell my dad I talked to you. Ладно, не будь такой грубой, ладно? Что ты читаешь? What are you reading? A book? What book? I like books. It's called The Gurgles. It's about transdimensional body snatchers. Cool. What happened to you? A dog bit me. Зомби укусил. Sounds scary. I bet it hurts. Представь себе. Я могу погибнуть, если не обработаю рану. If I don't take care of it. Do you understand? Надеюсь, она поймет и подскажет, где есть медикаменты. My dad says we're out of real bandages, but I know where to get something to clean it. That's what this supplies. А кто твой отец? Я что-то упустил. I'm Sarah. Разве тебе, говорит, не пора спать? А я Клементина. I'm Clementine. Пофигу, подружка мне не помешает. Right? We can be best friends. I haven't met another girl my age since way before. It's hard to be the only girl, you know? Rebecca is okay, but she's old. And that's it. And if her baby is a girl, it'll be forever before she's old enough to, like, be my friend. Ладно, мы подруги. Yes, we are friends. Promise? It's important. Friends have to trust each other, no matter what. Do you promise or not? Ладно, обещаю. I'm fine. I get it. I promise. Me too. Friends. Ритуал, ладно. Держи пальчик. Просто ты мне поможешь. Если мы подружимся, то ты меня выгородишь в этой группе. I'll see if I can find the stuff my dad uses when I get a cut. Let me look around. Что, ты мне поможешь? Как-то странно. Столько людей и всего две спальни. Где вы спите? That'll work. You can't do it here, though. Someone will find you. Don't worry, I won't.
Что, придется вернуться? В сарай? Thanks, Sarah. Подружанька. Ну что, лишнего не будет. Вам все еще нужны бинты. Я не по-любому в этой спальне. Рэмбель, когда беременна у нас? Надо будет запомнить. А где она вниз спустилась? Так, ищем бинты. Срочно. Часики. Не, они мне не нужны. Не буду брать чужое. Тем более новые. Exactly bandages, but they should help stop the bleeding. В новой группе? Это будет слишком, мне кажется. Вернитесь в сарай. Совершенно верно, я так и думал. Доктор с утра офигеет. Нет, часы красть неправильно, я так считаю. Зачем они мне, в принципе? Игра. Кто играет, интересно, Ребекка? Так, давай возвращаться. Нормально все? Блин, я переживаю за нее. Мало ли что может случиться. Мне кажется, она сейчас внизу встретится с этими ребятами. Давай аккуратно. Аккуратно, аккуратно, тихонько. Хотя, может быть, мы успеем вернуться в сарай. Давай еще раз послушаем. Беспалево. Ставим все на это. Leave her out there and die. Better her than us. You'd have done the same. It wasn't the brightest idea. Oh, and fine, you like to go, huh? Ладно. Хрен с ними. Обсуждают выстрел. Все, валим. Надо девочку залатать срочно. А то и плохо. Покушать бы еще не мешало. И мне, и Клементине. Что, добралась нормально? Ходячих не словила? Можно разговаривать громко? Молодец. Перекись есть. Бинт есть. Нитки есть. Иголка есть. Ужесть. Ты до этого сама додумалась? Блин, там уже укус весь. Жесткий. This is gonna suck. Нормально. Перекись не сильно шипит. Давай, обрабатывай. Всего лишь попенится немножко. Микробики все помрут. Нормально. Терпи. Ты это мне говоришь? Самое забавное? Бедняжка. Блин, мне ее жалко. Заставляю такие вещи делать в этой игре. Жесть. Хоть чистая веревка. Нитка ли это вообще? Надеюсь, не я буду зашивать. Попадешь? Молодец. Хоть прицеливаться не пришлось. No. Just like last time. Just how Krista showed me. Тебя Криста учила зашивать раны? Ну давай. А, не смотри. Держу. Право. О, жесть. Блин, ты хоть бинт в зубах зажми, что ли? Чтобы не мучиться, если тебе больно. Блин, я до сих пор кнопку держал. А, жесть. Какая гадость. Клементина, мне тебе жаль. Реально жаль. Прости. Блин, даже мне так жалко не было бы, честно. А. Какая гадость. Это в жизни не так жутко, блин. Как на Клементину смотреть.
нормальный климат. Ты справишься. Ты взрослая девочка. Терпи. Молодец. Надеюсь, это последний. Мне кажется, ты скоро вырубишься. Жесть какая. Да, доктор будет в полном шоке. Еще раз? Клементина, маньячка маленькая. Промахнулась. Жесть. Отрубать ногу тому парню в лесу было не так стрёмно, как тебе руку зашивать, честно. Надеюсь, больше такого не произойдет. Выглядит вроде неплохо. Ты хоть затянула? Бедняжка. Ну что, блин, промыть бы еще разок не мешало. Чтобы веревку на всякий случай. Нормально себя чувствуешь? Ну все, бинту и баньки. Ребята офигеют, реально. Что к ним девочка успела за ночь забраться. Твою мать, блин! Молоток. Твою мать. Давай, вправо. Кирпич. Мотай. Лупи его. Ай, блин, по голове-то можно? Нет, нельзя. Только сюда. Охренеть, он же забрался. Давай, Клементина. Держись. Блин, почему ты не закрыла за собой? Хватай грабли, там грабли были. Блин, надо было его сверху тяпнуть. Давай, Клементина, они сейчас на шум прибегут, по-любому. Блин, какой ты тяжелый. Все, молодец, добей его молотком. С утра офигеет от этого друга. Хрена ты живучий, а? Все. Конец тебе. Жесть, блин. Holy shit. Ребята, вам было небезопасно меня оставлять здесь. Теперь мне можно зайти в дом? Can I please come inside now? Please. You patched yourself up? Where'd you get that stuff? Did she steal from us? This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. The man not carrying a baby. Enough already. Guys. Да, мне жаль. Ну реально, что я бы сделал бы? And I'm sorry. I really am. And you think you can trust her? God damn it, don't even start. Any of you would have done the same if you were half as tough as this little girl. So just say that. Bring her in and I'll take a look at her arm. Спасибо, док. Sneaking around out here. We better get inside. You hungry? Конечно. Эй, а где ответ? Блин, даже ответа не было. Так неинтересно. Я хотел ему грубо ответить. Так. Следишь за мной, да, падла? Облажаешься. Куда уж больнее. How she look? Her suturing skills need some work, but otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in, and her temperature would be through the roof. Осадил, козлина. Я тебя запомнил. И рубаку тоже. А док и Пит молодцы. По крайней мере, Пит на моей стороне. А док просто нейтрален и... I wish you wouldn't have done what you did. В смысле? What do you mean? You manipulated my daughter. А, так это твоя дочь. I asked for her help. She's not someone you can just ask for help. Почему? I'll give you the benefit of the doubt, but there are a few things you need to know about my daughter. Переживаешь за нее? She isn't like you. You may not get that initially.
But once you're around her for a while, но она еще ребенок, конечно, ты о ней заботишься. She knew how bad the world is, what it's really like out there. Да не потеряет, она просто повзрослеет. She's my little girl. She's all I have left, and I would ask that you stay away from her. Я тебя, конечно, понимаю. Это твое дело. Когда-нибудь ей придется повзрослеть. Будем говорить взрослые вещи. You do not know what she needs. Злое. Rebecca was worried you might be working with someone else. That your being here was no accident. I guess we'll find out. But one thing I know for sure, you are not to be trusted. Ну, не доверяй. Вообще мне в принципе с вами делать нечего. Я могу свалить отсюда. Stay away from my daughter. А с ним идти по подруге. Ну ладно, постараюсь держаться подальше. Парень, ты мало растерянный, да? Мне кажется, он слишком взрослый для ухажера, а, Клементин? Вы же просто друзья, надеюсь? Это лучше, чем лишиться руки. Уплетает. Чё тебе надо? Пошёл сюда. Ублюдок. Hey, look. I just want to say I'm sorry for being a dick. Пятку мне поцелуй, а потом разговаривай. That was definitely not cool. Ладно, молодец, что извинился. Nick's been known to go off every once in a while. Don't hold it against him. Хорошо. Yeah, I guess we all have our moments. You definitely had one out there. Всё в порядке. You were just protecting your friends. I get it. I didn't mean to be so harsh. I just we had a bad experience once. Это хорошо, что взрослый парень сам подошел, извинился, сделал первый шаг. У нас был печальный опыт. We've all had bad experiences. Не буду выяснять, сам расскажешь, если надо. Nick lost his mom. We took care of someone who got bit. It was my fault. It was no one's fault. We thought we could control it, but we couldn't. And then she turned, and his mom was standing right there, and she got attacked. Жесть. There was nothing we could do about it. Anyway, hopefully you understand. Хорошо. Да. I do. Yeah. У меня, смотрю, выбор есть. Прикидываться маленькой девочкой или вести себя как взрослый человек. Я даже не знаю. Будем исходить из ситуации. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? Кристу бы найти вообще. Я даже не знаю, что случилось. Я не знаю. I don't know. Пока что. I'm kind of on my own now. Well, you're welcome to stay here if you want. Okay, let yourself heal up. Take some time to sort things out. Do you think everyone else will be okay with it? Остальные будут против. Я не хочу быть как Бен. So, what happened to your parents? О, родители, это вообще старый случай. Нельзя такие вопросы задавать маленьким девочкам. What happened to them is what happened to just about everyone's parents. You're just so young. Didn't think you could have made it on your own for so long, but maybe you did. Другие люди позаботились обо мне. Took care of me, if that's what you're asking. I was just curious on how you made it this far. I just tried to stay with good people and not do anything dumb. Надеюсь, доходчиво. Hey, I'm sorry. I shouldn't have asked. Да, ты прав. Я пытался найти родителей. My parents went on vacation and left me with a babysitter. Интересно, она расскажет про Ли? We went to Savannah to find them, but they were already dead. Well, I'm sorry to hear that. Да ты что, тебе жаль это слышать? Так и не поднимал бы этот вопрос. А потом я встретил Ли. Давай расскажем. This man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it. Интересно, со стороны Клементины это узнать. But it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. Значит, все-таки Ли тебя научил выживать. Я же здесь за прической.
happened to him. Она запомнила эти слова. Блин, как интересно, когда выбор. Я убежала. I ran away. I was stupid. There was a man who said he knew my parents. I thought I knew what I was doing, but I ran away. And Lee died because of it. Выбор, который я делал в первой части, влияет на все, что происходит во второй. На разговоры. Интересно. Поэтому мне не нравится эта серия. Эта игра серии. Вернее, серия игр. Сезоны. I hate to interrupt, but I'm out there standing watch, and I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyways. Now get your winks while you can, because we're going fishing at first light. Couple fresh brookies for dinner? Wouldn't that be nice? Вы рыбачить умеете? У вас есть снасти? Это неплохо. Пит, мой старый Кент. Мы теперь друзья, да? Не, хороший парень. Взрослый. Порядочный, честный, справедливый, главное. Решили все поговорить со мной, да? Поесть дадите, нет? Ах ты, блин, беременная. Падла. Да ты что? Я тоже кое-что о тебе знаю. Чей это ребенок? А давай поднапряжем тебя. If it's not Alvin's, whose is it? You shut your fucking mouth. Что сказала? Тебе стоит лучше ко мне относиться. You should probably think about being nicer to me. That's just my advice. Съела? I knew you were going to be a fucking problem. You got what you came here for. Now go. Нихер ко мне так относиться изначально, поняла ты? Я бы с тобой нормально разговаривал. Те, с кем я хотел подружиться, я начал общаться нормально, а с тобой не буду. Будешь моей занозой в заднице. Ладно, ребята, думаю, на этом закончить эту серию. Достаточно много уже времени прошло. Порвачим мы завтра. Всем спасибо за просмотр. Не забудь подписаться и поставить лайк, чтобы поддержать меня. Ну и всем пока!